нет, не сейчас про школу или про водоканал. Вот я про то, что даются задания и не выполняются. Угу. То же самое, если соберемся по школе, и то же самое нам скажут. Подождут, пока я забуду, или она забудет, или он забудет. И на этом все закончится. На когда, на какое время? Не знаю, потому что директор выздоровел. Да, директор школы выздоровел. Саня Анатольевич, директор школы выздоровел. Вот эти питания, которые есть у Сани Полковника. У меня много. Ничего страшного. Для этого мы тут и есть, мы решаем питание. Собираемся и по каждому пункту отвечаем, где медсестра, какая медсестра, когда она была, куда медикаменты, списание, получили. Договорились? Я понял. Можно вообще питание? Вот тут в этой интервью, где мы бюджета, минус 2 миллиона там это вот то, что мы снимали, снимали плановые по доходам и по выдаткам, да. Все брали здесь там. Нет, не все мы брали, а вообще сняли и доходы, и выдатки, потому что они не пришли. Не пришли, нет. Да. То есть мы не смогли местным бюджетом эти субъекты. Ну, они не наполнили бюджет, поэтому мы да, меняли. Убирали и выдатки, и доходы. Там есть? Голосуйте, кто за. Против, принимаем. Дополнительно, да? Дополнительно. Внесення змін до рішення виконавчого комітету про затвердження сплати та положення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Батьківської міської ради. Вносяться зміни в додаток 1, а саме в склад. Вводиться в склад головний спеціаліст служби з права дитини. Яка не входить до паралельних територій
також ми сюди внесли постарі, які теж, теж вздовж вулиці у нас знаходиться, та за межами там заброшена школа, недостроєна. Що ми ще внесли? Ну все. І загальну територію, таку общу площу території в межах першого нашого кварталу загально, яка не підпадає під прибудинкову та території, закриті для благоустрою за суб'єктом господарювання. Можна питання, як определяється прибудинкова територія? Ми не определяли прибудинкову. Ну ви ж її не включили, значить вона якось определена. А мазова сьогодні розтоплена. Ми включили сюди територію, яка не может относиться к прибудинковым, скажем так. А какая может? По красной линии. Нет, прибудинковая территория рассчитывается... Подойдите, я вам предметы. Подойдите предметы вообще. Предметы пообщаются. Прибудинковая территория вызначается згідно численности, прописанной в доме, его площади, и не может быть меньше за... площу обслуговування цього будинку. Ну а як ми знаємо площу обслуговування цього будинку? У нас є рішення. Рішення? Про затвердження прибудинкових територій, але... Але як ми їх затвердимо? От рішення, от як ми... Але це території, які не входять в ці прибудинкові. Ну як їх определити, ті території, які не входять? Хорошо, це площа загального користування. Оксана, давайте ще сесію. Оксана, давайте ще сесію. Смотри, то есть три етапи деления территории. Один этап мы прошли на сесії Городського совета, мы исключили дороги. Второй этап – это те зеленые зоны, которые мы не можем, в соответствии там, законодательства и в принципе расположения этой территории, закрепить за обслуживание там не можем. Все остальное, это третий этап, который сейчас проводится, Александр Ильич, вы, наверное, знаете об этом, нет, не знаете. Но следующее заседание исполкома, это будет уже третий этап утверждения. То, что будет ложиться в договор с компанией обслуживающей, непосредственно как прилегающей территории к домам, это будет третий этап. В совокупности все эти три этапа и будет ложиться в основу зонирования нашего города. Но на данном этапе мы с вами утверждаем, наши парки, которые не называются парками, наши скверы, которые мы называем скверами, вот мы их называем пустырями, и на основании 2000-х, правильно? На основании 2000-х мы это все ложим вам сюда, в квадратные метры, и вы утверждаете, либо не утверждаете. То есть вы хотите более развернуто, я готов с вами. Я вам вопрос хочу задать, вы не можете... Давайте я закончу. Смотрите, вот есть кресло, да, есть оно и в электронном формате. Есть оно и в электронном формате. Пожалуйста, приходите. Отдельно с вами сядем, мы вам все объясним, какие зоны входят. Назовите любую часть города. Вам проблематично проходить, вы не пускаете в кабинет? Ну, нет, вас я всегда отследите, Александр Сергеевич. Хорошо, всегда отследите. Вопрос. Смотрите, так вопрос. Если вы хотите, послушайте, давайте мы возьмем с вами на основе любой улицы, на основе любого объекта, мы вам как бы расскажем, почему это нужно. Вот любой, назовите мне любой объект, или мне назвать, скажите. Коротко скажите, с какой целью мы принимаем это? Смотрите, это с целью проведения, то есть мы утверждаем квадратуру, с целью проведения последующего конкурса и тендера на уборку этих территорий. Мы проведем тендер, а вот основание заложите вы. Основание заложите вы. А кто платить будет уборку? Город. За вот эти территории платят город, за придомовые территории платят жители. То есть это три разных этапа. Но не все становятся потом целиком, как за него. То есть это уже будет делать, скорее всего, проектная организация. Этим будет заниматься. На данный момент мы вычисляем те территории, с которыми мы должны платить. Чтобы не было вопросов про 49 тысяч, про какие-то кведы, которые заключаются каждый месяц. Мы сейчас идем на тендер, идем правильно на этот тендер. У нас есть общая территория, мы выставляем наши условия. Люди приходят, это могут быть там наш город, это может быть там Беляевская компания, это могут быть одесситы. Но вот здесь вот мы должны четко с вами все прописать до последнего квадратного метра. Потому что там, где мы можем послушать, если вам, там, где мы можем прийти и попросить Служенко по-соседски что-то убрать, человеку, который выиграет конкурс, и мы там что-то не укажем, мы уже ничего не расскажем. Он скажет, ребят, читайте документы. Мы это положили, мы это прочитали, и мы за это отторгиваемся. Вот и все. На данный момент мы максимально точно должны определить все, что у нас есть. Все, что мы прикидываем. Поэтому и включили. Возле якутских домов поля. Сколько это будет стоить, даже еще не просчитывалось. Правильно?
за все прилегающие площадки между домами, которые тоже приходят прилегающую территорию к домам. Понимаете? Из-за этого же мы вычленяем дороги, которые утвердили по сессии. Мы опять же поехали и перепроверяли все эти дороги. Сейчас понимаем еще заказы специалиста, который точно даст нам данные. То есть это все долгий процесс, но максимально этим начали заниматься, но вот так получилось, что сменилось руководство и более плотно уже начало заниматься этим вопросом. Но тяжело было раньше это сделать, очень тяжело. Пока мы не принимаем это, мы просим, пожалуйста, сделайте, мы Александр Николаевич, я прошу прощения. Объясню, что происходит. Была поставлена задача Мирским головой навести порядок в городе. Когда мы столкнулись с проблемой, действительно, до сих пор у нас не было распределено, не было понимания, какую площадь нужно отбирать в городе. Первый этап это было то, что мы определили, нашли решение, оказывается, оно было по прилегающей территории, о котором говорит Александр Сергеевич. Да, действительно, есть решение 2015 года сессии Мирской Рады, прилегающая территория к домам. Это был первый этап. Второй этап мы возобновили, сегодня приняли решение исполкома о прилегающих территориях с объектом хозяйствования. Это был второй этап. Третьим этапом то, что приняли на сессии дороги. Мы площадь дорог утвердили. Теперь осталось у нас промежуточное звено. Это вот зеленое насаждение вдоль дорог и всевозможные, которые нужно сейчас уже убирать и так далее. Для того, чтобы не говорили, что один сужен это выполняет. Сейчас подготовится документация. Будет четко, ясно, понятно, какая площадь. Мы выставляемся на торги. Кто победит? Это уже как решит, это будет электронная площадка. Это действительно будет независимо. Мы не будем зависеть от той компании, что все время делались упреки предыдущим руководством. Мы не хотим наступать в те же грабли. Определяем площадь, как по дорогам, так и по зеленым насаждениям, по прилегам. И выставляемся на торги. Кто победит, будем видеть. Для того, чтобы мы не попали в просак, о чем говорит Владимир Васильевич, нужно тщательно было подойти к этому вопросу, чтобы потом компания, которая выиграет, не убрала особо только то, что написано, все остальное мы будем с вами своими силами выбирать. Вот для этого более тщательно к этому вопросу подходим. Кто выиграет и будет выбирать, мы не знаем. Мы сейчас, наша задача определить четко площадь и выставиться на торги. Вот то, что сейчас происходит. Это один из этапов наведения чистоты в городе. Два вопроса со всем сказанным. Вопрос такой. Если мы определяем скверы, парки и так далее, границы устанавливаем этого всего, если будет объявлен тендер, то это будет одним, или я могу, примерно, я могу выиграть тендер этого парка, кто-то может того. Нет, только целиком. Смотрите, Светлана, дело в том, что я вообще хочу максимально от этого уйти, я хочу, чтобы у нас зашла какая-то компания, не знаю, получится или нет. Чем больше мы это трудим, тем меньше мы сможем этим управлять. То есть и тем маловероятнее, что это кому-то будет интересно. Потому что здесь это не Одесса. Здесь не будут платиться огромные деньги, не за подрезку деревьев и так далее. Мы будем пытаться сделать это все максимально сжато. Поэтому я и буду готовить этот тендер. Если вы мне скажете сделать по-другому, дробно это все, будем прибыть. Но мое видение такое. То есть, если вы скажете, это дробно делать, ну, я скажу, да, я соглашусь с вашим мнением. Но это неразумно. То есть, мне кажется, чтобы зашла компания сюда с какой-то техникой, с какими-то специалистами и с нормальными заработными платами, тут только в большом можно что-то где-то не увидеть или сделать, или на что-то заказать. Еще, прошу тогда, если этого нету, то обязательно указать, что это не только уборка, но и благоустройство территории. Нет, смотрите, дело в том, что все, что будет выкладываться на тендер, оно будет в свободном доступе. Кроме того, те люди, которые придут туда торговаться, ну так совсем, и с аренды, и везде, они нас корректируют в наших хотелках. Они нам говорят, например, ребят, вот вы указали здесь кучу пунктов, да, а это стоит по-другому. Наш бухгалтер в связи с такой-то постановой пересчитал и сказал, что это стоит больше. И мы, да, мы согласовываем тендерный комитет, мы 300 раз играемся, и, возможно, пересматриваем цену в сторону увеличения. А возможно, не пересматриваем, если, например, в Киеве сказали, что это вас обманули. Но мы все, это все даже просто в печатном формате нам приходит. Все зауважили. Это до того, как мы еще максимально подали тендерную документацию. Если будет так, то есть, но я максимально хочу, вот это мое мнение, я могу, конечно, разбить отдельно дороги, чтобы нам убирали, отдельно еще что-то. Но я считаю, что это у нас вместе. Озеленение, все. Пусть придет компания, которая этим занимается. И мы будем просто за этим смотреть. Выполнили работы, подписали выполненных работ. Не выполнили работы, не подписали выполненных работ. Должен быть график уборки территории, должен быть график сезонный
покоса, стрижки деревьев. Все прописывается в условиях конкурса. Конечно. Да, это все. Если что-то кому-то не понравится, например, вам однозначно, чтобы не один раз это все было до конкурса. Приходите вообще. Вот это первый шаг. Это первый шаг, дальше сейчас будет заявка. И потом уже не будет вопроса, почему 49 тысяч в конце месяца, и на что, и на какие зарплаты изменить. Питание еще есть? Нет питания? В целом голосую, кто за? Дякую. Проекту утримались. Рішення прийнято. Спасибо. Це наші повістки, то повістка дня завершена, вопрос усіх. Вопрос усіх. Розсмотрене засідання закрите. Дякую. Разом. Провели два совещания в области. И были найдены деньги на ремонт проектирования полицейского нашего участка. Да? Если вы помните, на сессии принимали решение, что мы делаем реконструкцию, ремонт первого, второго года. И вот вы знаете, какие внешние последствия приезжали уже и полицейские, представители, в общем-то, тех людей, которые будут заниматься строительствами, проектированием, все остальное. Да? Вопрос. Какие наши дальнейшие действия? Ну, среди того, что принимало тогда решение, что строительство станции, тогда деньги должны были выделять с МВД, да? Там где-то сирень была, это оваривался, проект делал, и деньги были на проект, станцию и на квартиры. Время поменялось. Сейчас тех денег нет. Сделать проект станции и квартир, ну это, я не знаю. Так сказали, что деньги есть. Я хочу сказать о другом. Дело в том, что поменялось время, и сейчас к нам обратились все новые явления, это полицейские громады. Нам эти подарки выделяются два офицера громады, которые будут подчинены исполкому. Но зарплату будут получать по МВД. Не из исполкома. А, понятно, да? Да. Прежде чем писать, сначала спросите, потом пишите. Да, апрель, май месяц, два офицера громады, которые прослужили два и больше лет. Здесь мы их находим. Те условия, которые они нам выставили, мы выполняем, кроме одного условия, машины. Мы не можем купить машину. Мы так и написали в анкете, все расписали, они приезжали сюда, они посмотрели станцию, помещение посмотрели. Второй этаж им не нужен. Им нужен только первый этаж, сделать ремонт, компьютер, интернет, бензин, по-моему, и машину. Ну, учебу провести офицеру в Ромашко прокинул себе. Нормальный месяц запланировано два офицера громады Сабазара, которые нет из частей. Первый этап. До них, по-моему, еще пару часов уже обучаются. Они будут месяц или два там обучения проходить в Черкассе, да? Два месяца обучения, и потом они идут в депутат, они выполняют все функции, те, которые у нас пропадают, а потом появятся. Это они могут выполнять функции как и патрулирование, так и права им положенные на регулирование дорожного движения, соблюдение протокола, административные. При необходимости не получают вооружение в оружейке, они 5 дней по их меморандум 5 дней находится в громаде. Вот. Один день выходной, один день они находятся в полицейском участке. Так как их два, то есть они дублируют.
Так давайте эти деньги переведем на другое. Почему? Подождите, давайте, давайте это сделаем действительно. Смотрите, у нас школьный стадион в плохом состоянии. Это целенаправленно была акция. Вы знаете, как эти деньги... Хотела, но и сейчас... Ну, уже шестой идет, неправда. Да, это деньги дадут. Мы сделаем проект. Мы сделаем проект. Потом дадут. Да, да, да.